30 октября по всей стране вспоминают жертв политических репрессий. В Иванове на кладбище в местечке Балино возложили цветы к памятнику безвинно пострадавшим в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы прошлого столетия. На мероприятии присутствовали городские чиновники и родственники репрессированных. Сейчас в Иванове проживает 585 бывших политических узников. В регионе их почти 1500. Реабилитированные получают ежемесячные и ежеквартальные денежные пособия. Имеют льготы при оплате коммунальных услуг. Я думаю, что уроки 20-го столетия показывают, что страна должна быть немножко другой. Мы должны уважать друг друга, уважать законы. И, конечно же, это еще день памяти и действительно скорби, потому что в те годы именно большое количество людей было расстреляно. По некоторым оценкам, это миллионы людей.